Алло. Добрый день. Добрый день. Ну как у вас дела? Нормально. Нормально. И что ты сейчас делаешь дома? Да. Что делаешь дома? Пока нет. Пока Снялась. ничего не делал, да? Ничего не делаешь, Да. да? Так. Да. И вообще, что ты делаешь вообще? Сидишь, ничего не делаешь? Или телевизор смотришь, либо что? Когда он котим видела. Да? А, вот иди. Так, ну. О, значит, нету телевизора, да? Да. А, хорошо. А что тогда? А где смотреть новости? Новости смотришь вообще? Ты смотришь новости? Эмосем на тынтыхом? А có. Xem ở đâu? Xem ở các cái báo ấy thầy. À, xem báo à? Đấy. Lâu lâu xem báo Việt Báo. Nam ấy, tin tức của Việt Nam. À, internet đấy. Да, интернет. В интернете, да, в интернете. Да. А русские новости где смотришь? Нếu như mà xem thì hay mở cái vào cái mail.ru ấy. À, mail.ru à? Mail.ru à? Да. À, Да. vào đấy nó có tin tức à? Да. Đấy, à, на первой странице, да? Да. Ну, интересно, да, хорошо. И что, сегодня новый в России? Thế có cái gì mới ở nước Nga ngày hôm nay? Ну, какие новости? Сегодня читала? Читала новости? А, сегодня еще не смотрел, да? Да? À, tại vì là thường ví dụ như kiểu mà dịch thì về tầm 12 giờ số người nhiễm thì nó mới lên mail.ru. À, thế hả? Đấy. Dạ. À, вот это Đây мне, thì thầy. вот это, Dịch да? thì nó vẫn chưa. Dạ. Это, да? А, да. À, прошлый раз мы начали изучать этот текст. А, lần trước chúng ta Dạ. bắt đầu học bài đọc này, đấy. Мы уже прочли, chúng ta đọc qua bài là gì, đấy. À, сегодня Dạ. мы будем обсуждать этот текст, да? А, хорошо. Да. Хорошо. А, кто тут главный герой в нашем тексте? Кто главный герой в нашем рассказе? Ai là nhân vật chính trong cái câu chuyện của chúng ta? Roman. Ramon, не Roman, а Ramon. Ramo. Đấy. Ramo. Да, Да. Роман это другой, совсем человек, да? Да? Рамон, Ramo. хорошо. А кто он, Ramo. Рамон? Да. Кто он? Кто он по профессии? Кто он? Anh ấy là họa Ну, sĩ, а em nghĩ как это по-русски? Как это говорит по-русски? Он. họa sĩ là gì nhỉ? А сила зи? Ну вот так вот, вот так вот. Дома надо с мужем говорить по-русски. Да? Да. Ở нhà phải nói với chồng bằng tiếng Nga cho nó quen đi. Хорошо? Да, хорошо. Да. Ну и как художник? Художник. Художник. Да, художник. Это họa sĩ, да? Да. Он художник, да? Так, О, хорошо. А, что он любит в тексте? Что он любит? он любит Но он chị любит. Но что он À, любит? Olivia, Да. Погороду. Но. Да. А, картины, да? А, ну Да. понятно. Он любит утренний город, да? Он любит утренний город. А что такое утренний город? Olivia Утренний город. là Но. buổi sáng Но, да, я ấy. понимаю. А как это по-русски говорит? Olivia Утренний город. Это город утренний утром, да? Утром в городе, да? Утро в городе, да? Он любит город утром. Tức là gì? Cậu ấy rất thích là cái thành phố vào buổi sáng đấy. À, tác.
À, đấy. Ion Dạ. Pachi stone delete Pachi каждый день. Stone delete Pachi Các каждый день. đuôi chiến Он он гуляет по гуляет, да? Он городу. гуляет по городу. А что, для чего он гуляет? Зачем он гуляет по городу по утрам? Зачем он гуляет по городу по утрам? Ну, он гуляет по городу по утрам. Зачем? Cậu ta cứ buổi sáng đi chơi dạo chơi thành phố để làm cái gì? Để chọn đề tài mới cho bức tranh Да, xong. а как это по-русски? Да. Вы выбираете новую картину. Картины. Картины. Да. Вы пишете картину. Картины. Да. Картины. Да. 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 Он гуляет, чтобы... он гуляет по утрам, чтобы выбрать Но себе новый сюжет, да? Новый сюжет. Новый новый сюжет. сюжет. Новый сюжет, да? Для картины, да? Для картины. Для картины, да. Он гуляет по утрам, чтобы выбрать себе новый сюжет для картины. Так, хорошо. Где он сегодня решил рисовать? Порисовать. Где он сегодня решил порисовать? Петербурге. Да, я понимаю, что в Петербурге. Но в каком месте? À, biết là ở Petersburg rồi nhưng mà ở cậu ta quyết định vẽ ở chỗ nào? Nó. Сегодня он решил порисовать. Сегодня он. Парисавас на Марусавом. На Марсовом. Марсовом поле, да? Марсавом На поле. Марсовом поле, да? На Марсовом поле. Он решил порисовать на Марсовом поле, да? Так. А какое место он выбрал? Какое место он выбрал? Выбран очень хорошее место А, да. напротив Напротив. Нева. На, нет, напротив. А, напротив Нева и Троицкий мост. Tức là phía đối diện thì có sông Нева và cầu Троицкий, да? Он выбрал очень Да. хорошее место, да? Да? Да. Да. А, хорошо, он выбрал очень хорошее место. Так. А, напротив Нева и Троицкий мост. Справа летний сад, да? Слева Да. мраморный Лева. дворец, да? Слева мраморный дворец. Так. А, хорошо. Так. Это какое время дня? Это в какое время дня было? Какое время дня было? Какое время дня было? Đó là cái thời gian nào ở trong ngày? Город просыпается. Да, это когда город просыпается. Kiểu là thức dậy từ buổi chiều Да, sáng да. sớm. А, ну так это значит, как это по-русски? Как все это говорит по-русски? Ну, ну а ты говори Утро. нам. Утро. А это было утром, да? Это было утром. Утро. Это было утром, да? Утром, да? Это было утром. А, việc đó xảy ra vào buổi sáng, да? И кого он видел первыми? Кого он видел сейчас, когда он там стоял? Кого он там увидел? Кого он увидел? À, когда там стоял. À, ông ta đã nhìn thấy ai khi đứng ở đó. Он увидел. Школьницы, да? À, он увидел что? À, muốn thế thì em sẽ diễn giải bằng что.
Он увидел, что две девочки, Девушки. школьницы, школьницы, да? Что Школьницы. они делают? Они едят мороженое, да? Да, они едят мороженое, да, молодец, да. Он увидел, что две девочки из школьницы едят мороженое. Кого он там еще увидел? Он увидел на Он увидел. Морке Старуху? Нет, сто старуху. Да, он видел старуху, да? старуху Которая ждет трамвай. Да? трамвай. Да, он увидел старуху, которая ждет трамвай. А мы con nhìn thấy một bà cụ già đang đợi tàu điện đấy. Да. А куда старуха едет? Он считает. Кого? Куда она едет? Она едет. Она я здесь. Она едет Она я на рынок, на да? рынок. Она едет на рынок. Так, хорошо. Кого он там еще увидел? Еще увидел автобус. А нет, он Он еще еще увидел увидел. молодого человека. Молодой человек. Да? Он еще увидел молодого человека, который поднимает руку. Руку. Да? Который поднимает руку. Да? Зачем поднимает руку? Чтобы Чтобы Астана останавливать останавливает такси. такси. Такси, да? Да. Так. А зачем он останавливает такси? Куда он хочет ехать? Он хочет ехать? Он хочет Он хочет ехать? Куда? В аэропорт, да? Он хочет ехать в аэропорт. Да? Он хочет Он хочет ехать в ехать в аэропорт. В аэропорт. В аэропорт. аэропорт Это в аэропорт. Он хочет ехать в в аэропорт. В аэропорт. В аэро аэропорт, да. В аэропорт. в Но. ро ra thầy đọc cái này là đọc ro В ra ra đi аэропорт, да? aeroport Да, в аэропорт. В аэропорт. Em đọc là gì nào? aeroport Đấy, em sẽ đọc như này, sẽ đọc được ngay đấy. Em sẽ đọc là và e, em sẽ đọc là và e ra r vai r r vera aeroport đấy, vera vera ui ra vera port Vera Porta port Por correct aeroport. Por Aeroport, đấy. Aeroport. End of aeroport. No. Vera Porta Aeroport, đấy. Aeroport. Vera Porta Va aeroport, va aeroport. Va Vera Porta aeroport, đấy. Aeroport, aeroport. Thì sẽ đọc được, đấy. Vera À, ông Porta có chỉ đi khách vào aeroport. Ông có chỉ về khách vào aeroport, vera, aeroport. Còn chiếc Aeroport. Port, va да. era port Да, aeroport. Aeroport. va era port Да, aeroport. Да, он хочет ехать в аэропорт. В аэропорт, да? Так, он хочет ехать в аэропорт. Так, хорошо. Так, это значит утро в Петербурге, да? да Наш друг Рамон. Он художник, да? Он художник. И он очень любит утренний город. Он любит рисовать утренний город, да? Вот. Да. И сегодня он решил рисовать на Марсовом поле. Вот. И он выбрал хорошее место напротив
этого места есть река Нева и Троицкий мост. Да? Справа у него справа летний сад и слева мраморный дворец. А вот. Когда он там стоял, город просыпается, на улицах еще мало людей и идут люди, да? Идут некоторые люди, да? Две девочки школьницы идут и едят мороженое. На остановке трамвая стоит старуха. Она, наверное, едет на рынок. Вот. А еще молодой человек, который стоит с поднятой рукой. Он поднимает руку, чтобы останавливать такси. Он, наверное, едет в аэропорт, да? Он, наверное, едет в аэропорт. Или на вокзал. Вот так. Хорошо. Потом он кого увидел? Кого он потом увидел? Vision Он еще видел еще. два молодых человека. Да, он видел два молодых человека. Целых два молодых человека. Хорошо, это Да. кто был? Это Клау. Это Клаус, да? Это Клаус. А кто второй? А кто второй? Второй твой Не твой, брат? а его брат. А Брат, его брат? да, брат Клауса. Брат Клауса, да? Брат Клаус. Клауса. Клауса. Брат Клаус. Клауса, да. Как зовут брата Клауса? Он его зовут Георг. А, его зовут Георг, да? Его зовут Георг. Так. А, хорошо. А, его зовут Георг. Так. А, chúng ta sẽ biết cái câu đó đấy. Tạ. Gil, À, tạ. Gil. À, chúng ta sẽ biết đấy. Các zavut brata Klausa. Các gia vụ Các brass tàu sắt. zavut brata. Đấy. À, brata, Brasta. brata Klausa. Lòng sắt. Klausa. À, người em trai của Klaus tên là gì đấy? Chúng ta trả lời. Его зовут. Его À, как Georg зовут đấy. Georg. À, chữ G này chúng ta sẽ đọc là cờ đấy. Georg. 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 Đã Georg. Bởi vì sao? À, phụ Georg. âm G là phụ âm hữu thanh, đứng cuối từ bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng đó là phụ âm K. Georg. Georg đấy. Georg. Đó. Его зовут Georg. Его зовут Георг, да? А, вот так. Его зовут А, Георг. хорошо. А, так. А куда Георг едет? Куда Георг едет? Куда Георг едет? Сегодня он последний Петербурге, да? А, хорошо. И куда он едет? день в Петербурге. Он едет куда? Он едет в аэропорт. А, он едет в аэропорт, да? В Да. аэропорт, в аэропорт. Он едет в аэропорт, да. А, он едет в аэропорт. Так, хорошо, он едет в аэропорт. Так, хорошо. И куда они сейчас? Ну, куда они шли? Куда это они шли? Bây giờ họ đang đi đâu? Anh đến đang No. chờ No. anh No. Вот тут на написано. Смотри. Что ты здесь делаешь так рано? Коландия, дай сам ты. Клаус, привет. Что ты здесь делаешь так рано? Коландия, дай сам вай. Да? А, так, Коландия, дай сам вай. Так, ну и что, Клаус, что ответил? Как он ответил? Привет, Рамон. Это мой брат Георг. Сегодня он Сегодня последний день в Петербурге. Да? да.
А в 11 часов самолет. А мы еще не все посмотрели. А, nhưng mà chúng tôi đã xem được, đã kịp xem tất cả đâu. Đấy. Да. Đấy. Вот. А, ну вот. Он в Петербурге только 3 дня. Да? Они еще не успели посмотреть все. Что они хотят сейчас посмотреть еще утренний город, да? Да? Правильно? Да. Да. Они сейчас еще хотели погулять. Так. Потому что только в 11 часов самолет. Еще, у них еще есть время. Là họ còn có thời gian. Они хотели посмотреть еще город, потому что они не успели посмотреть все. Да? Вот. Họ đã kịp xem, chưa kịp xem tất cả. Đấy. Ну вот. Да. А, вот. И теперь они пошли гулять по городу. Вот. А, хорошо. А где Георг уже успел побыть? Где он уже успел побыть? А, Георг, да, kịp đi đến những đâu rồi? Где Георг успел побыть, да? Là Georg đã kịp đi đến đâu rồi? On. Он No. идет. What? On. Где? Куда он идет? Он уже ходил. Куда? No. Два Два раза в Vermitage. V. Эрмитаж. Đọc là Vermitage. Đọc luôn V, E. Đọc là V, Vermitage. Он ходил два Эрмитаж. раза в Эрмитаж, да? Он ходил два раза в Эрмитаж, да? Он один два Раза раза в Эрмитаж. В Эрмитаж, да. в Эрмитаж. А, был в русском Он музее. в русском музее. Музее. Везде. Музее. Угу. Видел? Везде. Видел? Исаакиевский Везде. собор. Исаакиевский собор. Исаакиевский собор. Да. Собор. И Петропавловскую крепость. Но. И И Петропавловскую крепость. Павловскую Павловскую крепость, да? И крепость. Петропавловскую крепость, да? Да. Да. А на мойке 12 ты был? А на мойке 12 ты был? А что на мойке 12? Мойке 12. А, это на мойке 12. Có nghĩa là gì? На улице мойка. На улице мойка. Дом 12. Em hiểu chưa? Đấy. Nếu người Đây ta em nói chưa là hiểu cái này đấy, em cũng định hỏi thầy cái đấy. này dịch hiểu Đấy, như thế nào. đấy, đấy, Em đấy. chưa hiểu cái này. Đấy. À, đây có từ Dạ. gì nào? На мойке 12. Là à, cậu đã đến cái nhà số 12 ở cái phố Moika chưa? À đấy. À, phố Moika 12 đấy. Tuyên À, được Na rồi. mối kia 12 tuyên bố. Tức là cậu đã đến thăm cái nhà số 12 ở phố Moika chưa? À, cái nhà số 12 ở phố Moika đó là đó là gì? Đó là Musée Quartiere Pushkin à? Đấy. À, đấy là cái căn hộ mà trước đây là Pushkin sống ở đó đấy. Ransom Được Pushkin Tam Trường đấy. Pushkin sống ở đó đấy. Đó. Cho nên là bây giờ người ta lưu lại cái nhà đó coi coi như là một cái nhà bảo tàng đấy. Nhà bảo tàng. Đã. Cái nhà bảo tàng gọi là bảo tàng căn hộ, bảo tàng căn hộ của Pushkin. Nó vất tạc vật đấy. Да, мы не только ходили в музей квартиру Пушкина. Đây nó giải thích đây đấy. À có lẽ dĩ nhiên chúng tôi không những chỉ đến thăm gì nào, chỉ đến thăm cái bảo tàng căn hộ. Đã, căn hộ bảo tàng của Pushkin á. Pushkin đấy. No No, i vừa gỗ y đất vừa Pushkin. Pushkin. No i vừa gỗ đất Pushkin đấy. Yes, Ездили, да? Ходили там в лицей. В лицей. Лицей là cái gì? Trường Zinli. trung học đấy. Да, Видели, видели комнату, где жил Пушкин, да? Đấy. Да. Đó. À thế thì không những mà đến thăm cái nhà bảo tàng căn hộ này của Pushkin ở phố Moika số 12 mà lại còn gì đi đâu nữa nào? Còn đến thăm thành phố Pushkin đấy. Đến Đấy. thành Đến thăm thành phố Pushkin. Pushkin
À đó, muốn đi đến thăm thành phố Pushkin thì phải đi đi xe lửa điện đấy, đi xe lửa điện electric đấy. Đô Đây. Đô Pushkino, đến thành phố Pushkin. Và đi đến đó thì đến thăm Muzhe Lycée. Lycée tức là gì? Đi đến thăm cái trường trung học nơi mà trước đây Pushkin học ở đó đấy. Đó. Đây. Thế và ở đó thì có cái phòng căn phòng mà trước đây Pushkin đã sống ở đó đấy. Nó tạc vật đấy. Хорошо. Так, где он еще был? Он еще был на Мойке 12. Он еще был в городе Пушкин, да? В городе Пушкин. Да. Ở thăm thành phố Pushkin. Thành phố Pushkin nằm cách thành phố Saint Petersburg là 30 cây số đấy. 30 km đấy. Вот так. Хорошо. Где он еще был? В Петродворце, да? Петродворце. Да. Да. Он еще ездил в Петродворец, да? Вот. Нет, он еще туда не был. Он говорит, что нет, к сожалению, нет. Да? Да. Он не успел. Он был в Петербурге только 3 дня. Когда Да. đến thành phố Có ba Санкт-Петербург, ngày. có 3 ngày thôi. Да, не успел, да. Но теперь точно знаю, что должен увидеть этот город еще раз. Это очень мало, да? Это очень мало. А ты был в Петербурге? Ты был в Петербурге? Em đã đến thăm thành phố Petersburg chưa? Dạ. Да. Dạ, bữa là Я была. Đấy. vừa phía trước buồn điểm. Я была в Петербурге, да? Петербурге. Так, хорошо. И сколько дней ты там была? Сколько дней ты была там? Я была, я была там всего, я nói всего, chỉ có đấy, всего 4 дня, да? Всего 4 дня, да? Я была там всего 4 дня, да? Была, была. Я была там всего 4 дня, да? Вот так, да? Я была там всего 4 дня, так. И где ты там побывала? Где ты там побывала? Где ты там побывала? Ну? Thế em hỏi tí cái cung điện Eremitage này có phải cung điện mùa đông không thầy? Đã, đúng rồi, đó chính là cung điện mùa đông đấy. Eremitage, đó là viện bảo tàng Eremitage đấy. Cái hồi em đi thì nó không cho vào tại vì dịch ấy, À, thế hả? mình chỉ được Đã. đứng ngoài thôi chứ không được vào Ну, trong. ну, вот так. И все это как это по-русски говорит. Ну. Nhưng mà Đó. nói kiểu không cho vào thế nói tiếng Nga À. Когда я была там, да? như Когда я была там thế в nào? Петербурге. Петербурге мы не попали. Мы не попали в Эрмитаж, да? Эрмитаж. Chúng em không vào được, không vào thăm được Эрмитаж, да? Из-за коронавируса, да? Коронавируса. Из-за коронавируса, да? Из-за коронавируса мы не попали в Эрмитаж, да? Эрмитаж тогда не работал. Тогда, когда он не работал. Nó không làm việc đấy. Đó, lúc đó nó không làm việc đấy. Не работал. Nhé. Đấy, не работал. Так, тогда он не работал. И где ты была тогда? Thế thì em đi thăm được những đâu? Petro Я была, Petro да? và В Russia Petro Петродворце, Петродворце. và Russia Дворце. Я была в Петродворце. Да, хорошо. И где еще? Ты видела Летний сад? cái con sông sông này đây. Нева. Нева, да? Да? Да, небо. Да, я видел, да. Я видел, я видела Видела? Неву. Нева, Неву. Небо. Я видела Неву. Летний сад видела?
Lít nhì sát đi thăm vườn mùa hạ không? Nhét. Có thể là nó là vườn mùa hạ mà em không biết tên nó là vườn mùa hạ thôi. Да? А так Да. ходили Đi и не говорили, đến что это, да? Не говорили, да? магазин Да, магазин книги, да. Вы заходила туда, магазин книги, да? Да? Да. Напротив, да. Так, видела небо, да? Дом книги. Дом Дом книги. книги, да? Đối Напротив, diện của đom да? книги là cái nhà thờ ấy thầy ạ. Да, нет, Казанский собор, да? À, đà, đúng rồi. Казанский... Казанский собор, Казанский. да? Казанский собор, Ờ, да? Казанский да. собор, да? А так, да. А Cái và câu cứ, mở. Câu mở là cái gì nhỉ? câu mở đấy. À так, Да. мы ходили смотреть, мы ходили смотреть, да? Как открывается, Открывайся. открываются мосты, да? Мосты Мосты. на небе, да? Em có đi xem là những cái cầu ở trên trên sông Neva nó mở ra như thế nào đấy? Các Да. открываются мосты на небе, да? Вот так, Да. да. Вот хорошо. Так, тогда вы должны видеть еще Исаакиевский собор. Видел Исаакиевский собор? Thế có nhìn thấy cái nhà thờ Исаакиевский không? Нет. Не видела, да? Нет. Em không biết cái đấy, em cũng thấy nhiều nhà thờ nhưng chắc em không biết tên đấy thầy. Интересно. Так. Да. Ходили, но не знали, что это такое, да? Смотрели, но не знали, что это такое, да? Да. Да. Thế có đi tàu thủy trên sông Mũi Cà không? Không ạ. Нет, нет, не ездили, да? Ну да, Да. там только кусок короткий, то тоже неинтересно, да? Có Да. một đoạn ngắn thôi cho nên không thích, да? Понятно. Да, это хорошо. Это все ясно. Так, ну Như понятно, да, это ты, значит, бывала, да, побывала в Петербурге, да, в Питере. В Питере. Так. Да. Это интересно, да. Я там учился, да? Mình học ở đấy, да? Mình học ở sau cái nhà thờ Казанский собор. À thế ạ? Да. Это институт имени Герцена. Đó là cái trường đại học mang tên Герцен, да? Đó, я там учился. À. Так, там общежитие, и мы там жили за Казанским собором, самым ngay sau nhà thờ Казанский, да? Вот. Так что, в Vâng. самом центре Đẹp города, nhỉ thầy nhỉ? да? Cái Да. chỗ cái đoạn đường ấy đẹp. Да. Это Невский проспект, да? Đó, Да, đó, gọi là Ленинский đại проспект. lộ Невский, да? Невский, Да. Невский проспект. Cái... Спект, да? Невский проспект, да. Да. Если есть Невский проспект, значит недалеко есть так называемый это гостиный двор, гостиный двор, да? Cái cửa hàng Bách Hóa gostiny dvor, да? Nếu nói cửa hàng Bách Hóa gostiny dvor nó như là cái kiểu cửa hàng Bách Hóa Gubsum ở ở Moscow đấy, À, đấy, là đó. Ну вот в Питере это гостиный двор, да? Напротив гостиного двора есть пассаж. Đối diện với гостиный двор có một cửa hàng nữa gọi là пассаж, đấy. Đó. Там тоже интересно, вот так вот. Хорошо. Так. Когда ты там была, в какое время было? Какое время ты там была? Какое время года? В какое время года ты была в Питере? В какое ừ. время года Vào ты tháng была в này năm Питере? ngoái thôi Ну это как vừa по-русски. В vừa Yuri июле, в июле, да? Yuri В июле, да? В июле, Yuri в июле, да? Прошлого года, да? Прошлого Rose года, да? Rose В да июле прошлого года, tháng 7 năm ngoái, да? Ну, вот. Да, tháng 7 chắc là vào đầu tháng 7 đúng không? Đấy. Hôm nay trời. Ngộ Đấy. Lúc đó vẫn giữa còn đêm trắng. giữa tháng này Vẫn còn đêm trắng đúng không? Đấy. À, где вы там жили? Где вы там không жили? đi đấy không
có đêm trắng nữa mẹ, À hết hết rồi rồi. hả? Hết rồi Đêm hả? trắng là phải, À. hình như là thấy mọi người bảo là phải tháng 6, cuối tháng Cuối 6 hay cuối tháng sao 6, đây đây đây, cuối tháng 6 đầu tháng 7. Đấy. ấy. Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Ну понятно, тогда уже ходили уже темно, смотри, как мост открывается, тогда уже темно, да? Các anh đi xem cầu Dạ. mở thì trời tối rồi đúng không? Đấy. Vâng ạ. Да. À, где вы там жили? В гостинице? Sống ở ký túc xá à? Không. À Ừ, ta. hôm đấy đi là ở Cửa Va, thuê Cửa À, Va à đấy. ở ngoài. À thuê Dạ. thuê ngoài hả? À. À đi thuê thuê ở 1 2 ngày thôi hả? Đấy. Vâng. À, rất là serious đấy. Да. Понятно. À, так. И где вы обедали? Ăn uống ở đâu? Tức là trong Cửa Va thì họ có tất cả bếp núc này kia rồi mình tự nấu thôi. À, мы сами готовим, да? Да. А, сами готовим. Ну, понятно. Да, это уже не интересно. Надо ездить, надо ходить по городу и там, ну, обедать, ужинать. À, cần phải đi ra ngoài phố, ăn và uống ngoài phố thì nó mới có không Cũng khí nhỉ? Đấy. có À. ăn, tức là cũng đã ra ngoài ăn, ăn sushi, ăn mấy cái đồ cũng có ăn ở ngoài, nhưng mà cũng mua về nấu, ví dụ. À. Ну да. Yeah. А, хорошо, хорошо, все ясно, да. А, так. А, ладно. Thế như vậy là với cái bài này chúng ta đã làm việc xong với nó rồi. Đấy, так. À, хорошо, bây giờ chúng ta sẽ xem. À, xem ở đây có cái gì thú vị này. Так. А, что видел Рамон в городе утром? Bây giờ em phải trả lời được đấy. Lúc nãy chúng ta nhìn này. Bây giờ chúng ta không nhìn mà chúng ta trả lời được. Что Рамон в городе увидел? Он увидел, không Но nhìn, что он увидел? Но что он увидел? Забыли? Нет? Он увидел. увидел утренний город, да? Правда? Он город, утренний Утренний город, город. да. Он увидел утренний город. А, он увидел город просыпается. Так? Да. Да. А что он еще увидел, кроме этого? Ngoài cái đó ra ông ta còn nhìn thấy cái gì nữa? Да. Девушки, девочки, А он видел две которые, девочки, да, которые что они делают? Что они делают, эти две девочки? они ест Они едят, мороженое. они едят мороженое, да? Да. Они едят мороженое, да. Они едят мороженое. Так, хорошо. Кого он еще увидел, кроме девочек? Он увидел bà già, một bà cụ, Bà cụ là gì? Tiếng Anh là gì? Starusku. Старушку, да. Да, старушку увидел, да. А, хорошо. И куда она едет? Она ездит на рынок. Она, наверное, на рынок едет, да? Ну, понятно. Так, он, кроме старухи и двух девочек, кого он еще увидел? Кого он еще увидел? И он еще увидел два молодых человека. А, два молодых человека. Это кто был? Как зовут? Кто? Как их зовут? Клау. Клаус и... Его зовут Клау. И И его брат. его брат Георг. Георг, Он да? его зовут Георг. его зовут Георг. Георг, да. И Георг. Так, хорошо. А, так. И куда они тогда ходили? Куда они шли? Они в Петербурге. Да, они в Петербурге. Понятно, что они в Петербурге. А куда они ходили вообще? Куда это они ходили? В Петербурге.
V va aeroporti. Они едут. Они Они едут едут в аэропорт, да? в В аэропорт, аэропорт. да. Да, они едут в аэропорт. Так, понятно. А сколько дней Георг был в Питере? Сколько дней он тут был? Они были в Петербурге. Петербурге только 3 дня. 3 дня. Его брат был только 3 дня. Да? Его брат был только 3 дня. Да? Да, его брат. Его брат, Георг, был только 3 дня. А Клаус, он тут учится, поэтому он тут все время. Còn anh chàng Klaus thì là anh ấy học ở đấy cho nên lúc nào anh ấy ở đấy đấy. À, его брат приезжал только на 3 дня. Да. Так, хорошо. И где этот Георг успел побывать? Где он успел побыть? В Петербурге за 3 дня. Cậu ta đã kịp đi thăm những nơi nào? À, он ходил, два раза он ходил, куда? Два В Эрмитаж, да? Он ходил 2 раза в Эрмитаж, да. А, в русском музее, да? Был в русском музее, да. И где еще? Визиан, Видел? Исаакиевский А, он увидел Исаакиевский собор. Да, хорошо. И куда он еще ездил? Петро Павловскую крепость. А, Петропавловской крепости, да? Он ездил в Петропавловскую крепость, да? Да, хорошо. Да, молодец. И где он еще был? Он ходил в музей квартиру Квартиру Пушкина, да, музей-квартиру Пушкина Пушкина, да, и ездил в город Пушкин, и в город Пушкин, Пушкин. да. И что он увидел там в городе Пушкин? Да. Что он увидел там? В городе Пушкина? В городе Пушкин? Где он? Что он там увидел? Да. А вы не Он знаете видел где, да? Но он видел. комнату А комнату, Газиазин где Пушкин. жил Пушкин, да? Он ходил в Да. лицей, да? В Лицей, лицей. в лицей он ходил. Там он увидел комнату, где жил Пушкин, да? А, ну понятно. А кто такой Пушкин? Кто он такой? Пушкин Айвай. Кто он? Pushkin là một nhà văn học của Nga hay là gì phải không? Да, Пушкин это поэт, да? Он поэт, русский поэт, да? Да? Да. Да. А ты знаешь какое стихотворение Пушкина? Знаешь какое-нибудь? Em có biết bài thơ nào của Пушкин không? У меня нет. Нет. Да. Все ясно, да. Так, ну надо почитать тогда придется, да? Thì phải cố gắng đọc chứ. Pushkin có những bài thơ nào nổi tiếng đấy à, đúng không? Đấy à, có tác Dạ. phẩm lớn là gì nào? Yevgenia Onegin đấy, tác phẩm Yevgenia Onegin à. Rồi là có bài thơ gì nữa rất nổi tiếng mà người Việt Nam mình rất thích đọc đấy, Ya vas liu biu đấy, anh yêu em, biết cái câu đó à, biết cái Dạ. bài thơ đó không đấy? Ya vas liu biu lyubov isho buch mozhet đấy, в душе моей угасла не совсем. Да, cái câu thơ của Pushkin đấy. À, đó, vân 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 vân. À, như vậy là gì? À, chúng ta phải học tiếng Nga để tìm hiểu về văn học Nga. Tá, хорошо, đấy. Tá, да, хорошо. À, thế bây giờ, bây giờ em đọc cái câu chuyện vui thứ tư này nè. Câu chuyện thứ tư này, đấy. Đây, em đọc nè, em đọc thử nè, đấy. Tá. Ajin chỉ là việc Spra Shivayas Jensinu Uvat Yat Jetchi Da Yat Ajinsun On Kuris Nyas On Nyakuris Đã. Et khá là sổ. On Ba.
Vas ne prikhazit damoy nhe o vasun prirastnui maladoi chi la việc Dạ. Skolka yemu liet yemu chitri No. И где уже можно поселиться? mesiasa. Да. Один человек спрашивает женщину, да у вас есть дети? Да, есть один сын, да? Он курит? Нет, не курит. Это хорошо. Он поздно приходит домой? Нет. Ой, а ваш сын прекрасный молодой человек. Сколько ему лет? Ему 4 месяца, да? А, вот так. А, хорошо. Так. А, ну, thế bây giờ chúng ta sẽ đọc câu câu thứ hai này xem nào. Câu chuyện thứ hai nào. Xem có hiểu được không nào. Banovo Banova. Banovo Ban Banova. Spracili Sprasili, da. Patimovui Ubejali. Ubejali. Is is a aversione. apirazione Da. patamosto miestra Сказала. сказала Без паники. yes Паники, Да. пожалуйста, операции, Операция. операция, Аппендицита. аппендицита, Аппендицита. Это очень просто, да? Операция аппендицита это очень просто. А, аппендицит là gì? Аппендицит là ruột thừa, đấy. Mổ ruột thừa да. là rất đơn giản, đấy. À, À. так. Без паники là đừng đừng có gì nào, đừng có lo lắng. À, без паники, Không lo пожалуйста. lắng, Đừng có làm lo lắng, ơn. đấy. À, làm ơn đừng có lo lắng, đấy. À, À. phẫu thuật mổ ruột thừa nó rất đơn giản. Nuôi tôi tới Prat, đấy. Thế thì đã làm sao? Điều đó mà đúng mà, đấy. Rồi. À. À, thế câu câu trên là gì? Почему вы убежали из операционной? Tại sao À, lại tại sao? ông lại sao? Убежали. Убежали là gì? Là bỏ chạy đấy. Tại sao ông lại bỏ chạy khỏi phòng phòng phẫu thuật? Đà. À, bởi Còn vì chứ. là bởi vì cô y tá nói rằng là à đừng có lo lắng, là mổ ruột thừa là cái việc rất đơn giản đấy. Rất là đơn giản Rất là mà. đơn giản. Nuisto, thế thì đã làm sao? Đúng rồi mà, đấy. À, thế ông trả lời sao? No, Anna сказала это не мне, а тому молодому хирургу. À, bởi vì cô ấy không phải nói với tôi mà nói với cái anh bác sĩ trẻ cái kìa đấy. Ну вот. No, это значит что? À, можно посмеяться? Có thể cười được chưa? À. No, có hiểu tại sao rồi, chỗ nào cười chỗ nào không? Có, ông kia tưởng là nói với ông nhưng mà không phải, nói với Dạ. ông bác sĩ kia, ông tưởng Dạ. là ông thì ông chạy. À, нет. À, если говорить ему это нормально, да? Nếu mà cô ấy mà nói với ông ấy thì là, đã là bình thường đấy. Nhưng mà lại nói với tay bác sĩ kia là gì? Tay bác sĩ kia đang run cầm cập rồi đấy. À, không biết là có mổ được không, lo lắng mà, đấy. Cho nên là ông thấy thế ông hoảng quá ông bỏ chạy ấy chứ, đấy. Có phải vậy không? À, thế như vậy chúng ta thấy là gì nào? Phải chịu khó học tiếng Nga thôi. Chứ không có thì không có là gì? Học tiếng Nga mà lại chả hiểu gì, đọc chuyện cười chả hiểu gì thì chán chết, đúng không? Đấy. Đấy. Хорошо. À. Да. Надо хорошо учить, đấy. À, так. Như vậy Vâng. bài ngày hôm nay phải chịu khó, em chịu khó nghe lại một vài lần nhé. Đấy. Vâng ạ. À, trong đó có rất nhiều những câu hỏi, cách hỏi này, đặt câu hỏi này, cách trả lời này, đấy. Хорошо. Sao? Đó, thế bà thì ta sẽ gửi cho em cái phần ghi chép, à, ghi chép đến đâu thì ta sẽ gửi cho em cái phần đó đấy. Đó, em sẽ tham khảo thêm một số đấy. Dạ. Nó vô à, nay tôi mi nasa nasa ra cuốn đấy. À, đến đây thì là chúng ta tạm dừng bài học. Và thì ta sẽ lại gửi cho em phần bài mới thì chúng ta sẽ tham khảo thêm một số đấy. Đấy. Dạ, thật sự. Đấy. Ну как ты чувствуешь хорошо лучше? Lucy, có cảm thấy bài học tốt hơn không? Học tốt hơn chưa? No. Còn phải học nhiều nữa thầy ạ. À, phải học nhiều. À,
thầy giáo chuẩn bị cho em một cái bài mới đây, đây. Nhật ký. Đây là bài nhật ký của một đấy, nhật ký của một cô bé học sinh đấy. À thế ạ. Đấy. À, đây là nhật ký đấy. Đấy. Nhật ký của một cô bé học sinh. Đó. Ở trong này thì chúng ta học cái gì nào? Chúng ta sẽ học những cái từ đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày đấy. Nhất trí không? Nhất trí không Vâng ạ? ạ. À, nhất trí đấy. Nhất trí thì Vâng. là mình sẽ gửi cái bài này trước cho em xem nhé. Gửi bài này trước cho em xem, em chuyển sang phần Word để có thể đọc được nó dễ hơn đấy. Rất Là Photoshop. đấy, rất show. Đó. Đó, nó bắt tập. À, đó, gửi cho em bằng cái phần này đấy. After Zoya Afiriva đấy. Zoya Afiriva. Nó khá show. À, thế thì cố gắng thử thử đọc và xem có hiểu được không nhé. Nếu cái gì không hiểu được thì hôm bài hôm sau chúng ta sẽ giảng giải khá show đấy. Да, Ладно, спасибо, до свидания. хорошо. До Пока, пока. Chịu khó phải nói bằng tiếng Nga nhé. Lần sau không được nói bằng tiếng Việt nữa nhé. Đấy. 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 Vâng Bye ạ. bye, bye bye, bye bye. Ok.